И традиционная забава по укрощению быков превратилась в кровавое побоище. Матадоры не смогли совладать с разъяренными животными. Быки начали крушить все, что попадалось на их пути. Сначала в ход пошли заборы перекрытия арены, а после животные переключились на участников корриды. Любопытная деталь. Животные действовали словно сговорившись. Один из быков выбросил потерявшего бдительность матадора на арену прямо перед своим рассвирепевшим собратом. Всего пострадали 10 человек, и лишь чудом никто не погиб. Под раздачу попали даже журналисты, которые освещали события. Всех травмированных достали в больницу с тяжелыми рваными ранами.